Овны, приветствую вас, мои дорогие. Давайте посмотрим ваш расклад на ноябрь месяц. Что вас ожидает в начале, в середине и в конце месяца? В конце расклада я возьму для вас карта совета. И посмотрим, что вам высшие силы даст советовать, да, на протяжении всего месяца ноября. И первая карта на начало месяца для вас – это шестерка мечей. Шестерка мечей говорит о том, что ваша энергия уже стремится, да, к какие-то шаги делать в будущем, да, какие-то шаги, которые хочет отпускать то, что все было в прошлом, да. Это может быть касается каких-то старых отношений, какие-то старые, которые не исполнились, какие-то ваши мечты, но вы готовы все это отпускать. Вы берете, да, у вас стремление, что идете в будущем, да, вы приплываете к новым берегам, но все-таки зависит дальше, как вы будете себя вести, от ваших действий. Давайте посмотрим следующая карта, да, для некоторых это может касаться даже в начале, это какая-то поездка и дорога куда-то, где продвигается. Давайте посмотрим, да, следующая карта для вас на начало месяца, это карта повешенной. Карта повешенной говорит о том, что давайте, да, вы хотите уходить, но не спешите, да, может еще пока не время что-то быстро решить. Да, может быть, вам стоит какая-то ситуация, какая-то даже может быть проблема, которая у вас в отношении, быть на подвешенном, быть, да, на такой состоянии, когда не спешите, сделайте правильное решение, сделайте правильный выбор, обдумывайте какой-то ситуации, да, для начала, чтобы что-то делать. Потому что эта карта, это ваша энергия требует от вас, да, чтобы вы не спешили, чтобы вы приняли какое-то решение, но это решение должно быть в начале месяца, оно правильно у вас. Давайте посмотрим следующая карта, да, на начало месяца, мои дорогие Овны. Что вам высшие силы говорят? Рыцарь кубков. Вот о чем карты и говорят сами по себе, да? Дайте себе возможности, не спешить. И как рыба в воде идти по течению. Да, бывает в жизни не все сразу получается, но вы должны понимать, что вот когда у нас что-то не получается, это дается для того, чтобы мы что-то осознали, мы чтобы понимали. Вот ваша энергия говорит в начале месяца, не спешите, а дайте себе время и понять, и принять правильное какое-то ситуация, решение. Касается это рабочий, касается это отношений, неважно, может касаться даже детей, может какие-то ситуации. Давайте посмотрим следующая карта для вас на середине месяца, что вам высшие силы говорят. Это карта семерка жезлов. Преодоление своих трудностей, преодоление своих преград. Да? Смотрите, если вы будете спешить в начале месяца что-то неправильно, вы дойдете до, знаете, до подвешенного состояния. Вы будете находиться в роли жертвы. Да? Ваша энергия не будет развиваться, да? Она будет, как говорится, остановлена. Поэтому постараемся, если вы не хотите в середине дойти вот до этих преград, до этих трудностей, до каких-то ситуаций, которые вы не можете решить, да, не спешите, сделайте, подумайте. Даже может, да, какое-то время, да, там, может быть, я вам скажу, еще до 6 числа, если у вас есть какая-то задумка, пока не спешите. 6-7 вот вам стоит все-таки подумать об этом. Давайте посмотрим следующая карта на середине — тройка кубков. А тройка кубков что вам поможет? Какие-то веселья, какие-то праздники, какие-то, знаете, мои мероприятия, может быть, вам будет, знаете, приглашение куда-то съездить, отдохнуть, но почему-то вы не захотите. Но вам все-таки, мои дорогие, я вам скажу, если вы хотите, чтобы не попасть, да, вот в этой роль, да, чтобы у вас ничего не изменилось, постарайтесь, может, куда-то съездить, может, куда-то отдохнуть, может, с кем-то пообщаться, да, чтобы вы получили эту радость и душе, на душе. Но хочу еще такое вот, те, которые находятся в отношениях, стараемся не входить в треугольник, да, не входить в отношения как треугольник, потому что здесь будет ваше состояние на подвешенной. Давайте посмотрим следующая карта на начало месяца. Карта шестерка жезлов. Но все-таки вы будете победителем. Да, высшие силы показывают, что ваша победа в ваших руках, ваша награда у вас будет.
Женщины, мужчины, овны, одинокие, вы победители, вот будете на середине месяца, потому что у вас будет, да, желание правильно не спешить ничему. Вы будете принять правильное решение, и это решение вас будет дойти до такого состояния, что вы будете сами себя радовать, что вы так сделали, да, сами будете на высоте. Но смотрите, рыцарь кубка тоже говорит не спешить, а плыть по течению, а дать возможности и понятие, что не все сразу получается. Все, вот как у вас, знаете, вот в середине уже налаживаете, вот в середине вы проходите вот эти трудности, вот эти преграды, которые у вас есть. Давайте посмотрим следующая карта, да, следующая карта на конец месяца для вас, и это карта восьмерка мечей. А почему-то у вас состояние, что все горит изнутри вас. Это могут быть ваши переживания, это могут быть ваши страхи, это могут быть ваши, знаете, какие-то преграды, которые вы сами себе создаете. Могут быть мысли, да, которые вы думаете, а у меня ничего не получится, я не смогу достигнуть, у меня в отношении проблемы и что-то вот я не смогу ничего решить. Нет, мои дорогие, здесь решение есть, желание только за вами. Самое главное, обращаем внимание, кто с вами рядом, в каких отношениях, где вы работаете, с кем вы общаетесь, даже это дружба, общение, знакомство, думайте, потому что здесь решение есть, но только от вас все это зависит, только от ваших действий. Давайте посмотрим следующая карта, да, на конец месяца, что вам высшие силы советуют, мои дорогие. Туз кубка. Эта карта, я еще хочу сказать, это двойная. Здесь может женщины и мужчины, вам требуется восстановление женской и мужской энергии для того, чтобы вы легче преодолевали ваши трудности, ваши преграды, ваши какие-то барьеры в жизни. Но если хотите это понять, то вот эта карта может еще говорить женщины, которые мечтали, чтобы забеременеть, да, которые могут под конец месяца узнать о беременности. Да. Вот это вы думали, что у вас не получится, что у вас как тяжело, но здесь может быть, что вы узнаете о беременности. Вот это счастье, которое вы, может быть, и подвешали сами себя, да, вы думали, что у вас не получится. Давайте возьмем карту совета и посмотрим, что вам высшие силы советуют вам, мои дорогие овны, на протяжении всего месяца. Это королева кубка. Вы сидите на своем троне, вы сидите там, где находите. Поэтому, как предупреждение, вот в ноябрь месяца не спешим ничего делать. Постараемся принять правильное решение. Обращаем внимание еще на ваше здоровье. Это может быть ноги, это могут быть почки, это может быть спина. И еще хочу сказать, убираем свои страхи, потому что страхи вам мешают, чтобы вы развивались, чтобы вы приняли вот какое-то решение. Вы и вы это поэтому создаете сами себе вот эти преграды, сами эти какие-то страхи, мысли, переживания, какая-то нету никакого выхода из ситуации. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для личного расклада обращаемся по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на YouTube-канале.